Здравия желаю, товарищи, на вами будет офицер, и в данном видеоролике расскажу вам, как вы можете поучаствовать в режиме Atomi Thunder. На связи офицер, а мы начинаем. И давайте начнем с красивого текста, который разработчики написали в своей ВК-группе к данному тизеру, да и просто говоря к марафону, чтобы поучаствовать. Как вы знаете, боевые машины из мира Atomic Hearts проходят боевые испытания War Thunder. С 11 июля до 31 июля. Время начала и заканчивания 14.00 по МСК. Уникальные роботы созданы на предприятии 3826. Сойдутся в бою с бронетехникой и вертолетами. СССР и США времен Холодной войны на испытательном полигоне 2271. И задачи в списке могут выполняться одновременно с друг с другом и с временем задачи. Прикольная фишка и все в этом духе. Вы можете видеть на своих экранах данную тему. Что касаемо призов, мы можем увидеть тут целую линию. Единицы до десятки. Тут у нас декораторы, тут у нас наклейки, тут у нас интересные постеры и все в этом духе. Каждый найдет что-то для себя. Но вот иконка близняшек, господи, она прекрасна. Я жалею тут только об одном. Почему нету металлической девушки из Атоми Hearts? На сидящем моем танке Вы добавили анимацию Там пчел, еще чего-то Там лампочек, но не добавили Девушку, которая на танке бы сидела Так как головой крутила и там бы Как-то механикой было бы это, бля, это было бы так охрененно, согласитесь Постеры тут -то тоже крутые И все в этом духе Ну ладно, товарищи, а на этом все Надеюсь, что кое-как я вам объяснил, вы кое-как поняли На связи был Офицер И увидимся на полях сражений Атоми Томми Тандер Всем удачи